На конкурс дети читают стихи. Садова Дарья, 11 лет, 5 А класс. Средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Петрашова, город Курск. Борис Пастернак. За зимки. Открыли дверь, и в кухню пару вкатился воздух со двора. И все мгновенно стало старым, как в детстве, в те же вечера. Сухая тихая погода, на улице в шагах 5 стоит здесь зима у входа и не решается войти. Зима, и все опять впервые, в седые дали ноября уходят ветлы, как слепые, без палки и поводыря. Во льду река и мерзлый дальник, а поперек на голый лед, как зеркало на подзеркальник, поставлен черный небосвод. Пред ним стоит на перекрестке, который полу занесло, береза со звездой в прическе, и смотрится в его стекло. Она подозревает в тайне, что чудесами в решете полна зима на даче крайней, как у нее на высоте.